тот момент, когда тебе 8:30 вставать, а ты в 6:30 проснулся. Что теперь 2 часа делать? Ребята, всем привет! В это прекрасное утро я приехал в корпоративный университет Сбербанка на полуфинал лидеров России, до которого я сам дошел в прошлом году. Сейчас пытаюсь успеть на речь первого зама аппарата президента Сергея Кириенко. Надеюсь, будет интересно. Вообще ее не знаю. Область компактная, вроде как народу мало. Вообще ее даже не знаю. Сейчас Майя нам помогает и возглавляет комиссию по здравоохранению в общественной... Большое спасибо, Станислав Сергеевич, за тем, чтобы наш конкурс проходил прозрачно, открыто, честно, внимательно следит наблюдательный совет конкурса. Я приглашаю на эту сцену первого заместителя генерального директора ТАСС, члена наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаила Соломоновича Гусмана. Дорогие друзья, не только этого проекта, а тех задач, которые стоят перед страной. У нас социальная страна, у нас много что еще необходимо сделать, и в этом плане социальные проекты будут очень важным инструментом для участников конкурса овладеть. Вот, и ГИРД – группа исследований реактивного движения. Вот на фотографии ГИРД-10 – это одна из первых жидкостных ракет, которая реально полетела. Вот, ну что, ГИРД через некоторое время тоже ушла в спорт, в велоспорт, вместо колеса вентилятор, все четко.